Сегодня инспекторы ГИБДД навестили в роддоме мать, у которой в минувшие выходные на трассе приняли роды. Андрей Мокин и Алексей Южанин вручили ей детское автокресло и игрушки. Девочку назвали Устиней. Малышка весит 3 килограмма, ее рост 52 сантиметра. По словам врачей, несмотря на экстремальные условия рождения, с ребенком все в порядке. Женщина направлялась в Тюменский роддом Свердловской области. Роды начались на границе регионов. Поздно поехали, да. Случилось, да. Не обратила внимания. Самое главное, что вот рядом была тетя, сестра, поддерживали меня. И сотрудники полиции, да? Да. В жизни первый раз с такой ситуацией сталкивался. Когда я подъехал, машина стояла непосредственно у поста. Значит, подбежали. Девочка уже, ну, родилась уже, все. То есть, созвонились с врачами по 03. То есть уже непосредственно по их руководствам выполняли то, что они нам говорили.